Первым делом поздравляю вас с Новым годом и желаю успехов в жизни. Мне очень хочется узнать, как вы живете и как учится сынок Миша. До сего времени я еще не получил от вас ни одного письма. Пишите, как живете, что получили из колхоза и получили ли справку на льготы, которые я высылал вам с дороги. Я пока жив, здоров, одет хорошо, обут тоже, кормят хорошо, табака хватает, вина дают, а больше ничего и не надо. Фрицы рядом, целыми сутками палят из артиллерии, но лес большой и места для снарядов хватает. 7 января 1943 года. Привет всем, ваш муж Леня.